Ребятки, всем привет! Это Trollface Quest Video Games. Новая часть от разработчиков Trollface Quest. Давайте же посмотрим, что там ребята сделали на этот раз, потому что мы проходили все части. Мобильные, которые выходили, и, естественно, которые выходили на ПК. Кстати, эта часть игры также доступна и для Android-девайсов, если у вас Android-планшет, или можно сыгрануть на пекарне. Ну что же, сегодня у нас тематика компьютерные и видеоигры, так что го! О, это у нас, как вы уже поняли. Кстати, давайте попробуем в комментариях угадывать все игры. Я не знаю, узнаю ли я все, я не Сашко, играть, переиграть в них не смогу. Но хотя бы угадать, я думаю, в принципе, это в наших с вами силах. А нам тут есть бонусы. Значит, надо, как я понял, найти вон справа вверху у нас нарисован покебол. То есть магнитный покебольчик надо найти, и тогда нам откроется дополнительный левел. Это Angry Birds. Так, что мы делаем? О, господи! Это было действительно жестоко. Мне жалко эту маленькую толстую птицу. Начать заново. Давай попробуем. А что-то где-то, видимо, надо подвигать. Или как я могу это? Может, рогатку поменять местами? Слышь, пятачок, ты что-то какой-то Опа! О, боже! Я не знаю, я все правильно сделал или нет? Фу, гребаная свинья! Уровень пройден, то есть получается, первый левел у нас completed. Чудненько, едем дальше. Это что у нас, Майнкрафт какой-то, что ли? Здравствуйте, красавец, вы кто такой вообще? А, это вот это, видимо, вариация покемонов такая у нас разработчиков, окей. Как обычно, у меня есть 5 возможных подсказок, то есть я могу использовать их за все 30 чем-то тут левелов, плюс дополнительные и так далее. Так, братиш. А, то есть тебе, чтобы туда войти, в магический сральник, нужно, как я понял, немножко потужиться. Давай. Фу! А вот теперь, я думаю, ты без проблем туда зайдешь. Я тоже так пытался смеяться, но не всегда получается. Ладно, едем дальше. Я не знаю, какая это была игра, но это естественно. Каждая Android-игрушка или какая-нибудь из зашкварных, которые мы обозреваем с вами на канале в App Store, которые есть, там часто встречается подобная реклама. Типа, побудь в роли Господа Бога, установи, все будет найсово. Найсово, сука! Так, ну хорошо, давай. Что мы можем здесь предположить? Вот эти вот два можно убрать, наверное, да, Трэш Кэнди? Привет, красавицы, что нам это дает? Кого я нашел? А, это, видимо, тоже покемош такая няшная была. Так, есть какой... Опа! Привет, братишка! Найс. Кэнди Трэш Сага. Знаешь, я бы поиграл. Лучше поиграть, полутать мусор, чем тот мусор, который часто встречается у нас в мобильных играх. Поехали дальше. О, боже, это мне напоминает рекламу какого-нибудь туалетного утенка. Только это, видимо, аналог Кадзи Роуп. Я думаю, многие из вас играли, вроде она так называется, эта игрушка. Где ты играешь за маленького няшного такого зеленого инопланетянина, и, насколько я помню, нужно есть конфеты. Но здесь конфет нет, тут в виде конфет выступают только звездочки. Ну что ж, попробуем. Еще один няшный покемош. Надо собрать десяточку. Так, что-то у нас за жизнь тут творится. Оп! Уровень не пройден, Олежка, так что давай еще раз. Так, ну что, зеленый хрен, давай пробовать, как мы можем с тобой это сделать. Унитаз у нас как-то двигается, не? Есть что хорошего? О, боже, сливай его! Ты слился, петушара. Уровень не пройден, что самое обидное, уровень у нас не пройден. Так, а что же мне делать-то? Это не двигается, это тоже не двигается. Я думал, может... Вау! Уровень пройден, то есть когда вы падаете в унитаз, ваша задача просто стульчак прикрыть, и все будет хорошо. Да, я думаю, что многих мамка ругает за то, что открываете эту штуку. Едем дальше. 2048. Я в нее тоже играл, и действительно простецкая такая игрушка, но как бы на смекалку, и в принципе очень даже затягивает. Ну что, давайте попробуем. 7 на 7. Опа! 2049, уровень не пройден. Опа! А вот так вот все очень даже найсово. Ты просто молодец, Олежа. Идеальный тролль. А-за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 . Не забудьте, кстати, подписаться на канал, если вы хорошие ребята. Так, это что у нас за игра? Я не знаю, что это за игра. А, подожди, с тортиком у нас, по-моему, то ли третий Fallout был, то ли... По-моему, третий Fallout или какая-то из Fallout'ов частей. Внимание! Туда нажимать, видимо, нежелательно. А, подожди, господи, какой в жопу Fallout, Олежа, это же портал. Ну, портал, проще говоря. Смотри, это же тортик. Нас часто троллировали тем, что если вы пройдете игру до конца, вы получите тортик. Фу! Хиткраб перданул над... Это самое... А, он задул пуком свечу. Хорошо, ладно, предположим. Предположим, что это нормально у нас. О, мистер маленький дамби покемон. Отлично.
Вау! Это же офигенно! А, смотри, что я могу сделать. Наверное, я могу и второй как-то портал создать, да? Опа! А, говнюк мелкий! Я-то думал, что он сейчас упадет в портал. Он должен был упасть в портал. Наша задача — понять, как сделать вторую дыру. Как нам создать вторую дыру? Давай, ну же! Ну же, зараза! Вот говнюк какой, ты понимаешь? Так, окей, давай смотреть. Задувай, задувай, ну же, о, господи. Ты просто невыносим, мать твою. Так, хорошо. Окей, слушай, может что-нибудь где-то подвинуть надо, что-нибудь нажать? Так, стены у нас не кликабельные, это понятно. Так, а может быть как-то передвинуть это? Оп-оп-оп, нет, ничего не получается. Ладно, сейчас попробуем. Я, кажется, понял, что мне надо сделать, смотри. А, подожди, я думал, что я должен нажать портал, когда он появится именно в том месте, где и создается эта хрень. Давайте еще раз попробуем. Ну, создавай же! Вот ты гаденыш, а ну давай подсказку возьмем. Хорошо, посмотрим, как оно работает. Уровень не пройден. Это я понял. А дальше чего? Так. А, вот оно! Я вроде перетыкал все, что можно было. Я знал, что надо создать второй портал, только где я уже перемацал весь экран и нигде не создавалось. Давай еще раз. Задувай. Задувай свечу. Бро, ты будешь задувать свечу? Опа! Пока-пока, мистер Хедкраб. Вот так вот, в принципе, у нас все это дело решается. И чего дальше? Фух, теперь можно нормально насладиться тортиком. Ведь мы прошли игру, а нам его обещали дать. Едем дальше. Это что, какой-нибудь Джимми Нейтрон или Ньютон? Как там у нас было? Опа! Опачки! Спокойно, спокойно, братан. Так, покемонов у нас здесь вроде нет. Там что-то самое, на двери зеленое, оно не нажимается. Давай еще. О, боже, Майнкрафт! Зомби и скелет из Майна. Что-то они как-то загрелись немножко, я смотрю. Так, кубический мир у нас, да? Сейчас попробуем. Может, как-то оно реально передвигается у нас тут. Так, шкафчик не открывается. И... не надо нам делать Слушай, а может их реально как-то напугать надо? Так, это не двигается. Давай, пугай! Пугай, падла! Вау! А, это всего лишь родители. Очки виртуальной реальности, друзья. Подожди, то есть мы сейчас говно складываем? Я чё-то нихера не понял, на самом деле, что произошло. А это у нас уже, конечно же, World of Tanks. Ну что же, господа танкисты, я думаю, что среди зрителей таких много. Господи, это что такое? What the fuck? О, боже! Это было забавно. Так, едем дальше. А, уровень не пройден? А-а-а, убрали графон. И теперь у нас просто какие-нибудь World of Sega Things. Такие. Давай, братиш, давай, сделай это. Уровень пройден, 55 тысяч очков. 8 левелов уже позади у нас. Что это такое у нас здесь происходит? Это же мистер Покемон. Это у нас уже пятый, половина у нас как бы есть, отлично. О, это либо Skyrim они пытались сделать, либо Ведьмака, скорее всего, Skyrim-ушка. Говно. Golden Poo. Не пройдено. Окей. А-а-а! Нет, подожди, какашки брать там не надо. Изумительно. Так, ну что? Skyrim, что у нас там было? Фушрода! Нет, фушрода мы кричать не будем. Заходи давай. Так, то есть я, получается, что-то могу взять. Пузырек бери. Пузырек взять нельзя. А может быть, как-то шляпу снять или еще что-то. То есть, получается, если я беру какашки, то, в принципе, все у нас. На этом уровне у нас не проходится. Окей, а что ж тебе надо-то? Я думал, что выпиваешь зелье и начинаешь кричать, как давакин настоящий, но, видимо, не то. Так, ну есть наживо. Слушай, ничего не двигается. Да не надо мне твои какашки, что ж ты будешь делать, а? Так, ну что игрушка нам показывает? Надо сделать вот так вот. Опа! Барабам-бам-бам, барабам-бам-бам. Ко-ко-ко-ко-ко-ко, какой важный петушок, а? Ты смотри, какой у него гребешок. Ладно, будем знать теперь. Фу! Это было ужасно! Ребята-рыцари, я думаю, вы тут немножко приехали, походу, да? О, да! Веселая сортирная тема удась. Не надо! Господи Иисусе, что происходит? Мы просто их затроллировали, ничего не смогли сделать с нами. Убежище 404, добро пожаловать, друзья мои, Fallout Shelter. Так, этого няшного малыша мы, пожалуй, заберем. Так, что нам делать? Убежище 404, крышк 0, того у нас 0. Опа! Первая ядеркула пошла, вторая ядеркула тоже пошла, третья пошла.
А, рейдеры пришли! Господи! Mother of God, что это было? Боже мой! Святые пельмени, что вообще происходит? Так, у нас есть ядеркола, то есть его хотят забрать, а наша задача предустранить это все дело. Сейчас попробуем. Давай, давай, братан, давай. Делай хоть что-нибудь. Делай. О, боже. Я думал, может, как-то это дело перевернуть надо. Я что-то пока не понимаю, что от меня здесь хотят. А, так, ладно. Ядеркола, по идее, должна мне придавать как бы сил. Я должен становиться больше. Слушай, может, как-то закрыть, увеличить тебя? Я не знаю, что с тобой делать, бро? А, смотри, получается, что как бы уровень токсичности у нас заполняется, и все очень плохо. Так, одна ядеркола у нас есть. Как мне ее использовать? Так, это не двигается, это тоже у нас никак не используется. Сейчас будем думать. Так, окей. Ну что, давай еще раз выпьем. И еще разочек. Воу, наверное, не надо было этого делать. То есть я умер от радиации, а сейчас я превратился в огромного монстра. Видимо, это какой-нибудь коготь смерти, или как они там называются. Рейдеры? Го! Сейчас братишкам получит. Опа, вот так нормально. Братишкам нашим очень не повезло. Как вы их затроллили. Ладно, идем дальше. Фрут-ниндзя. Точно говорю вам, точняк метаться. Это фрут-ниндзя, это абсолютно точно. Так, что мне надо делать? Давай. Опа! Ух, найсово! Бананчик, бананчик! Готово. Ва, говно! Не надо, я не могу разрубить дерьмо, я же гребаный самурай, какого черта? Лучше пойду и сделаю себе харакири. А может быть, ничего с ним делать не надо? Ну, допустим, арбузика не было. Банана тоже не было. О, боже, уровень не пройден. Так, давай еще раз. Готово. Это я трогать не буду, это просто трэш какой-то. Ну да, уровень тем более не пройден. А хер его знает, как это проходить вообще. О, найсово. Найс, просто изумительно. Давай, руби, делай хоть что-нибудь, бро. Понятно. Да, уровень здесь не самый простой на самом-то деле. Вот что мне надо делать? Кто из вас думает, какой вариант решения здесь правильный? Ах, жесть какая. Ну хорошо, хорошо. Я понимаю, что это жестокая игра. Может быть, мне просто не надо никого рубить? Ничего такого плохого делать? Ладно, мы сложили, я понял. Я его понял, окей. 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 О, это какой-то ниндзя, я бы даже назвал его. Говёный ниндзя. Господи, он бы мог подбрасывать коровьи лепёшки и рубить их на лету. Это нормально. О, думчанский. Дум я люблю. На, сука. На, как демон. Это ж как демон. What the fuck сейчас было, я чуть не понял. Так, какодядя, хотел сказать. И что нам эти буквы дают? А, походу, толку никакого вообще нет. Вау! Неплохо, неплохо. Так, зараза, как мне с тобой расправиться? Может, его как-то уменьшить надо? Если бы он был очень маленький, я думаю, что мы бы с ним легко справились. ID-Cube. Давай сделаем. Не знаю даже, что тут можно еще у нас нажать. Так. О, меняется. Вот это найс. Прекрасно же. Изумительно. Так, покемонов не было? Покемон... Что было вообще? Поделись достижением. Я не хочу пока делиться. А покемоны... Где мои няшные покемоны? Фу. Да. О, боже. Ужасно. Так, там ничего, здесь ничего, и здесь ничего. Давайте вот эти две откроем, посмотрим. Понятно. Можно открыть три баночки, а толку никакого от этого у нас нет. И какая-то страшная рожа. Мне это кажется, что типа Five Nights at Freddy, что-то такое у нас, да? Так, мухи. Может, мух ловить надо? Мухи, алло. О, господи, это ужасно. Так, хорошо. Какой смысл в открытии этих баночек? Я что-то не понимаю пока. Давайте попросим подсказку. Понятно. И? Я не... Подожди, надо... А, вот он! Господи, блядь, я говорю Five Nights at Freddy's. Грёбаный кигельбана. А зачем, спрашивается, тогда баночки было открывать? Я не знаю, с какой-то игры они взяли. А вот дельфины — это нежно. Привет, братишка, я тебя нашел. На, вкусная рыбка, дельфин. Дельфины умнее людей, мы это прекрасно знаем с вами. Удивляться не стоит. Ням-ням-ням-ням-ням. На, кружочек давай. Фу, гадость какая. Боже, прыгай, делай хоть что-нибудь.
Да, он просто обдристался. Нормально так. Лети, лети, братишка. Будь быстрее, чем ветер, будь быстрее всех на свете. Это, наверное, как оно у нас называлось? Растение против зомби, по-моему, да? Давай попробуем. Или какой-нибудь садик ВКонтакте, да? Где там ферма ВКонтакте. Это нормальная практика, ребят. Ну, нормально, удивляться не стоит. Кто играет, ставьте лайк. И чем мы посадили? Сатролированное растение мы посадили. Уровень не пройден нихера. Так, надо что-то другое. Давай будем поливать, может, сначала. Так, вырастает у нас огромный подсолнышек. Так, посадили, надо полить $2. Так, и как ты хочешь, чтобы я это прошел? Хоть какой-нибудь намек, блядь, есть? Продавай его нахер, продавай! Братан, господи, это же ужасно. Так, окей, 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 окей. Давай, давай, давай. Не, бро, это что-то не то. Что-то мы с тобой творим какую-то хрень, по-моему, не? Сейчас опять вырастет огромный подсолнух, и все. О, вырос, чудесно. Так, ладненько. Может, надо как-то яму побольше? Давай, давай, копай, копай, нахрен, копай, сколько сможешь. Может, до Китая докопаешь. В детстве нам рассказывали, что, в принципе, реально сделать. О, мы нашли нефть. Друзья, это ж просто феноменально, на самом деле. Теперь ты богаче, чем Абрамович. У тебя маленький собственный источник нефти на заднем дворе. Офигенно, 16 левелов у нас уже позади. Прекрасно. Так, тут какой-то старикан. Да, когда тебя подкалывают, и ты пытаешься научиться на велике кататься, это никуда не годится. Надо что-то придумать другое. Так, надо старика убрать, и мне кажется, что это делается как-то довольно просто. Так, стариканчик. Что было? Вот оно что! Давай его сюда по... Тихо. Может, как-то его реально убрать оттуда? Так. Куда? Вот скажи мне, куда я могу его переместить, как ты думаешь? Где ему самое место? А, так давайте на велик его посадим. Опа! Человеческая многоножка! Поехали дальше. Покебошек! Отлично. По-моему, это был слоупок. Еще два, и мы получим бонусный левел. Едем дальше. Так, что у нас 5? Улыбок 5? Привет, улыбочка. Привет, улыбочка. И еще одна улыбочка. В костре, наверное, тоже улыбочка. Вот улыбка. В часах, наверное, есть, да? Уровень не пройден. Подожди, а это же считается за улыбку, смотри, камин, да? Очень похоже. Резь. А, смотри, как мы сделаем. У нас было что-то похожее уже, да, по-моему? Так, надо сделать улыбку из этого времени. Либо должна появиться кукушка, черт его знает. Так, получается, костер у нас еще горит. Может, как-то он должен затушиться? Но с часами явно какое-то взаимодействие есть. Так... А что это мы такое эпичное там творили? Подожди. Ах, зараза. Так, привет. А это мы заберем. Это мы тоже заберем, пожалуй. И у нас остается 4-я у нас в ящике, в шкафу. А вот как с 5-й быть? Пока вопрос. Надо придумать, что нам делать с часами этими. Так, 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 подожди-ка. Так, этого мы заберем, предположим, да? Слушай, опа, вот это интересно. О, еще один покемон, у нас уже 9 их, смотри. Но улыбки я что-то здесь не вижу. Улыбочка, улыбочка. Да, с улыбкой у нас тут как-то тяжковато, я смотрю. Ничего больше не двигается, может, я могу как-то еще раз? Опа! Прекрасно. Уровень пройден, то есть, оказывается, можно было улыбки не собирать на самом деле. О, а это уже Five Nights at Freddy's, здесь действительно страшно. А вот наш 10-й покемоша. Чудесно, чудесно. О, Тарлимон и Кетчер у нас, отлично. Уровень не пройден, нельзя так делать. Мальчик, мальчик, ты можешь просто обосраться нахрен. О, Фредди же! Господи, давайте еще Бонни посмотрим. Уровень не пройден. Давай просто включим свет, может быть, они тогда не смогут прийти, да? Вау, какой страшный! Да, действительно страшный хер. Малыш, может, я могу как-то фонарик другой... Тебя можно перевернуть, оказывается! На, сука, бойся меня, бойся! Вот так вот, теперь они тебя боятся. Главное заставить этих гребаных аниматроников, чтобы вы от них ссали штаны, да? Или наоборот... О, это какие-то у нас еще шнеги пошли. 100 бачей. Что я могу сделать? 100 раз ты хочешь, чтобы я тебя тапнул?
Может, не надо? Давай сделаем 100 раз. Без вопросов. Как быстро Брейн может тапать? 70. 80. 90. А-а-а, затроллили, падлы. Уровень не пройден. Может, я как-то разверну... О, точно. По это самое, по 10 раз делал, и все нормально. Так, окей. О, тролли пион. Тролли шхим. Трейден. Давай сделаем фейталити. Троллалити. Чудесно. Блин, офигенно же. Так, ладненько, идем дальше. Это у нас что такое? Это похоже уже, наверное, на Ведьмака, да? Или... А нет, это, наверное, Dark Souls. Ох, надо меч найти. Где мне его взять, скажи, пожалуйста? Где мне взять... Оп! Что с тобой не так? А, то есть надо было просто сесть и... Ужасно. Ты знаешь, оказывается, просто надо было присесть. Готово. Так. Теперь можно нормально сесть, если она придет поссать, мы что-нибудь неплохое сделаем. Пошла вон отсюда. Вот гнида какая, ты представляешь? Собакой что-то надо придумать. А может какую-то косточку или еще что-то? Не-не-не, не вставай, не садись. О, сосиска! Да, красавица. О, чудненько. То есть плевать, что она костер затушила, можно было перекусить сосисочкой, и все будет найс. Так, друзья мои, общественный туалет. Я думаю, каждый встречался с этим дерьмом в жизни. Ну, в смысле, с этой проблемой жизненной, где много разного дерьма. Ну, вы поняли, как двусмысленно звучит, но суть ясна. Опа! Это что, типа paper, please? Это, блядь, это paper, please, наверное. Дайте, дайте бумагу, пожалуйста. Бумагу. Так... Братан, не, я не буду тебе давать ничего. А если реально бумагу не дать, что тогда будет? А, можно сделать из себя мумию. Офигенно. Бля, paper, please, по-моему, самый угарный получился вариант у нас. Кого-нибудь напугать. Привет, братан. Да, напугали какого-то огромного здоровяка, такого салагу. Чудненько, остальных будешь пугать? Смываемся, это уже люди в черном, это мы знаем, это прекрасно было известно. Тролликс у нас, ракет, о, симулятор козла, козлика мы любим. Окей, хорошо, полетели. То есть мы дали немножко козлиного ускорения и ускорение самой ракеты, чтобы взлететь. О, добро, я тоже так умею, ну если хорошо постараться. 24 левела у нас уже позади. В игре, по-моему, 32 уровня, если не ошибаюсь. Это, по-моему, плаг или плаг. Помните, где мы за вирус играли? Надо было захватить землю. Так, ну что? А! О, господи. Ужасно. Ужаснейшая смерть. Как я могу предотвратить твои страдания, братан? Так, что там делать? Так, тебя хрен отсюда отпустишь? А может, как-то их переназначить, что ли? О, нет, не вариант вообще. Пекс, ладно, давай смотреть. Так, это не кликабельно, не увеличивается, ничего такого у нас не происходит. Может, тебя как-то можно реально отсюда убрать? Или экран офнуть? Экран у нас не выключается. А-а-а! Брательник, мне тебя реально жаль. Давайте хотя бы посмотрим, как этот уровень проходится. А, надо очень быстро. Бляха-муха, ты представляешь? До чего эпическая игра? Надо было просто очень быстро нажимать эти кнопки. Давай, бро. Дальше что? А, типа выйти отсюда. Не надо следить за развитием вируса вообще. Он сам себе все сделает, сам заразится. То есть вашего, как бы, вмешательства вообще никакого не должно быть. Отлично. Это из разряда, видимо, тех игр, которые нам тоже рекламируют часто, когда мы играем во что-то другое. Опа! Так, с троллем, я думаю... О, боже! Делай, делай, делай! Неправильно. Да-да-да-да-да. Затроллили нас, друзья мои, по самой не балуйся. Так, может как-то воду убрать или еще что-то. Так, что я могу сделать? Давай поставим сюда. Ага, хренушки. Твою налево. Давай, 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 братан. Да, это у нас не срабатывает. Тролль идет у нас по левой части. Давай, 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 хоть что-нибудь делай. О, фу. Это ужасно. Это просто какая-то жесть у нас творится. Хорошо, предположим. А можно... О, можно двигать, смотри. Так, поставь. Поставь его где-то здесь. Или вот сюда вот. Так, туалет ты нигде тут не поставишь. Вообще, я бы здесь его где-то поставил. Он же здесь пердит у нас. Вау! Нифигово. Нифигово, ребята. Так,
Так. Сейчас разберемся, что делать. Слушай, а где же я могу его поставить? А если вражину прямо тут? Опа! Да, такая жизнь тоже может быть. Ну давай попробуем, предположим, вот так. Опа! Гадость какая! Да, сточные воды. А что вы еще хотели? Господи, это Хардстоун, наверное, какой-нибудь. Что нам делать? Что нам делать? Что делать? Я никогда в нее не играл. Я не... Не знаю. Не могу. О, отличный уровень пройден. Мои глаза, я ничего не вижу. Надеюсь, что я не ослеп, господи. Много слишком проводю времени за компьютером. Чё там у нас за мыло, ёпта? Это Нейтан Дрейк, что ли, там? Чё там творится? Что это было вообще? По-моему, это реально Нейтан Дрейк из Uncharted, да? Мыльное кинцо подоспело у нас. Может, как-то протереть тебя? Я хер знает, честно говоря. О, либо это какой-то Quantum Break. Что с тобой делать, братан? Есть три удара, то есть три можно сделать три движения. Хорошо. А тебя может в обр... Может как-то в обратную сторону? Я не понимаю просто, что от меня здесь могут хотеть. Окей. Слушай, а может как-то... Не, не варик вообще. Тоже не вариант. Да, жестокий уровень, конечно, попался. Так. Тихо, еще раз попробуем. О, вот, да, Нейтан, твою мать. О, боже. Вот так вот. Чудесно. Так, едем дальше. О, Агарио, как же я скучал за тобой, хорошая моя. О, прекрасно. Шабадабаду. Да, уровень не пройден. Шабадабаду. Абам. Абам. Маленький, кушай. Маленький просто лупоглазик такой выпучил глаза. Я не знаю, что оно, в принципе, ожидало. О, боже. Я понял, надо разделить. Тихо, делись, зараза. Так, в итоге у нас все равно тут странная ситуация. Не надо было есть его. Ха, боже. Шабада подумать твою. Так, ладно. Да сейчас подумаем. Что же можно с тобой сделать? Тебя можно разделить, это мы знаем. Вот так вот уже интересно. А дальше у нас все как обычно. Едем дальше, друзья мои. Марио! Этот, скорее, какой-нибудь троллио. О, это можно крутить. Это я понял уже. Давай, прыгай, братан. Чудесно. И что нам это дало? Уровень не пройден. Прыгать будем? Прыгать будем или как? Я понял. Скорее всего, надо долбить по знаку вопроса и выбить оттуда что-то полезное. Так, давай еще раз. Или он как-то... Опа! Вот это уже интересно. Труларио, секрет знака вопроса у нас тут был. Хорошо. О, боже. Слушай, ну надо что-то же выбить оттуда, было бы так интересно. Не пройдено у нас. Так, мистер Марио, я должен понять, как у вас это дело все проходит. Смотри, так оно открыто, так закрыто. Вот я что-то якобы открыл, закрыл. Но это движение вообще никак не влияет на Марио. Марио, какого черта ты творишь? Марио, ты меня просто пугаешь. Я охренеть, что не понимаю, что ты делаешь. Так, давай. Фу, я, оказывается, просто свепнул вверх по этой зеленой хрени, и таким образом я прошел. Видимо, включил, там вода пошла, или что, жижа какая-то зеленая. О, это я помню. Кросси Роуд, по-моему, называется игрушка. Я одно время в нее очень активно рубился. Давайте попробуем перейти. Бак-бак! Что с тобой, бак-бак? Блин, это хреново! Так, мистер Бак-Бак. Бак-Бак! Fucking shit! Ладно, давай еще раз. Бак-Бак! Не надо! Может, как-то поезд отодвинуть, я не знаю, или дорогу сдвинуть. Не надо! Да чтоб ты был здоров, а? Это, по-моему, предпоследний уровень у нас уже. Жесть какая! Так, подожди, а может, надо как-то проехать так, чтобы тебя никто не обижал? О, боже! Жестокая хрень. Бак-Бак. Может, машину убрать или поезд? Жесть, давайте посмотрим, как может пройти этот уровень. Типа никого, пусть машины едут себе, проедет, наверное, сейчас поезд, и мы пройдем дальше, да? Ай, надо было стоять! Все, я понял. Если это правильное решение, давайте посмотрим. Мы стоим сейчас на месте. Никого не трогаем, не обижаем.
Пак-пак. Сейчас проедет еще. Назад! Надо было назад! Я знаю, что вроде в этой игре можно прыгать назад. Давайте посмотрим еще раз. Сейчас мы типа не идем никуда. Ага, окей, стоим на месте. Сейчас мы идем дальше. Оу! Тка! Именно штука! Что это было вообще? Абсолютно. Вот это найсово! Вот это было круто. Half-Life 3, друзья мои. Я не знаю, в каком году он должна выйти, или должна ли она выйти вообще, но этот мальчишка все-таки надеется на лучшее. Он скачал какой-то дистрибутив, где-нибудь там качнул, какой-нибудь слитый, может быть, не знаю, Half-Life 3. Давай посмотрим. Нагрузочка! Эррор! Хорошо, хоть не вирус или какая-нибудь порнуха с ЦП. Так, что там у нас еще? Что ты хочешь? Может, надо перевернуть значок Half-Life'а? Или монитор отхерачить? 16-й год. Не-не-не, это, по-моему, слишком рановато. Чё ты ручками своими мандражируешь? Так, что я могу с тобой сделать? Это дело у нас не увеличивается. Монитор у нас никак не вертится. Да, хочется, да? Хочется поиграть. Сейчас практически загрузка уже прошла. Жестоко, жестоко, согласен. Так, не зря здесь календарь висит. Может, с ним что-то связано? Давай посмотрим. Походу, игра таки не вышла. Господи, их загружайся, Half-Life. Ох, Гейб, какого хрена ты сделал? Давайте включим. Рик Эсли, это тема. Начать заново выбор уровня. Вы все прошли. Давайте посмотрим. У нас есть бонусный левел. Мы собрали всех покемонов. И еще один бонус. Итак, давайте глянем. Это что у нас за жесть такая? Опа! Не получилось бросить его. Ладненько. Давай еще раз. Что там, туалетная бумага? Мистер Ведерко, что я могу с тобой сделать, мистер Ведро? С тобой, получается, ничего хорошего не делается, да? Вау! Блин, как она отфигачивает. Мне надо как-то убрать это ведро, может его увеличить или уменьшить? Нет, не работает. Покестоп у нас здесь написано. Так, что же мне с тобой сделать? Ну, давай посмотрим. В принципе... Вау! Что это? По колено! По колено? А, Пикачу! По колено, давай, лови Пикачу! Господи, Пикачу, который вылез из унитаза. Это чудесно. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Так, здесь мы поиграли, посмотрели этот уровень. То есть нам откроется бонусный левел, когда мы наберем 300 тысяч очков и, собственно, сможем посмотреть этот бонусный левел. Ну а сейчас, пожалуй, уже все, друзья. Надеюсь, что понравилось. До скорых встреч. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться. И не будьте затроллированными, лучше сами троллируйте. Всего хорошего, пока-пока.